Так, скорее всего, мы подъезжаем как раз к месту, где начинается 148 километр, потому что 144 мы видели, а указателя 148 нет. Но мы уже видим знаки, которые, собственно говоря, говорят о том, что 4 километра дорог ремонтируется, скорость вот уменьшается до 50 километров в час, и мы въезжаем, собственно говоря, в Н26, вот где, останови, давай мы вот это вот заснимем, где написано Н22 ремонтируется в рамках урядовой программы поточный средний ремонт дороги Чугуев-Мелове у 2018-2019 роках. Уряд Украины, Укравтодор, ТОВ, БК, Евроавтодор. То есть вот, ремонт этой дороги никаким образом не касается того великого будівництва, о котором, собственно говоря, говорят сегодня наши руководители. То есть вот здесь четко написано, что дорога Н26 ремонтируется в рамках урядовой программы поточного ремонта в 2018-2019 году. То есть получается, что эту дорогу должны были закончить еще в 2019 году и ни в коей мере не в этом году, 1 марта, как они объявили, что они начали великое будівництво. То есть вот эта дорога никакого отношения к великому будівництву не имеет. Вот, ну и едем дальше, камеру не выключаем, посмотрим, собственно говоря, где закончатся эти 4 километра дороги, что они ремонтируют. Впереди видно какое-то скопление техники. Вот 148 километр, собственно говоря. Вот он начинается, 148 километр. Сейчас я подойду ближе. Вот. 148 километр. Ну, в принципе, можно камеру выключить, чтобы не говорить, как мы матюкаемся.